Да что ты от меня хочешь, господи? Всем привет, ребята, с вами я, Панда FX. И перед началом видоса я хотел бы вам показать фокус. Видите 5000 и... все, не видите 5000. Не знаю, зачем бы это был фокус. Зачем его только из больницы выпустили? Всем йоу, ребята, с вами я, Панда FX. И сегодня, по идее, должна была Песка выйти, но внезапно тут как бы эта демка Фивки 20-й как бы залетела. Фивка как бы такая говорит: а-а-а, изменять мне, думал, а нихуя подобного. Сегодня мы чекнем FIFA 20 демо, посмотрим, что вообще можно сделать в демке, весело это будет, не весело. Панда Вайт устанавливает связь. Я устанавливаю связь, короче, сейчас EA подключимся и понесет. Встречает футбольный интеллект. Вау, новая система открывает беспрецедентные возможности и реализма. Она построена на трех китах. Ебать, как же это все звучит охуенно. Механика при инстинкт игрока. Каждый игрок под управлением будет учитывать время. Какая же это все хуйня. Решающие моменты. Футбол — это череда ключевых эпизодов, определяющих исход матча. Я как будто пацанский цитатник читаю. Движение мяча — последний динамический компонент. О боже, как же это все пафосно звучит. Прям вот хочется поверить. Товарищеские матчи, понятно. Господи, сколько текста, я просто в ахуе. Скипаю. Да господи, да сколько всего. Футбол Вольта возвращает футбол на улицы. Вау, круто. Ну и в общем-то, ребята, давайте фаст обзор на демку, что вообще тут можно сделать. Вы можете предзаказать FIFA, это самое главное. Что нового? А, только что здесь был, я это все видел. Блять, почему нельзя выйти просто назад? A little later. Также вы можете покопаться в настройках. Дистанционное воспроизведение. Кстати, у меня есть PSP Vita, поэтому я могу использовать это, но это нахер мне не нужно. Параметры игры. К сожалению, вы можете сыграть только 4 минуты. Травмы нахуй, офсайды нахуй, карточки нахуй. Доступность, что это такое? Не знаю, какая-то наркомания, пожалуй, выйду отсюда. Юридическое соглашение. Мне интересно, вот какой процент людей вообще читает вот это вот все? Ребята, которые прочитали все от А до Я. Напишите в комментариях, вы вообще существуете? Не, вот реально вот на полном серьезе мне интересно, кто читает это юридическое соглашение. Может, здесь какие-то прописаны пункты, от которых можно охуеть. Но, естественно, я этого делать не буду. Мне лучше не знать, что я тут заключаю с eSports. Может, мы душу дьяволу продаем. Но это все неинтересно. Давайте непосредственно посмотрим, какие режимы мы можем поиграть. Только Лига Чемпионов? Бля, ну пиздец, пожудились добавить какие-то интересные режимы. Вы можете сыграть только в Лигу Чемпионов. И то только в групповой этап. Заебись. Бля, это так скучно и уныло. Ну, серьезно. У нас вроде тут еще режим Вольта доступен. Очень интересно. Так, ну это, я понимаю, просто заставочка, которую, конечно же, нельзя скипнуть. Или может? Нет, к сожалению, я не могу скипнуть эту заставку. Ну, давайте посмотрим. More moments later. Вот почему они заставляют меня это смотреть? Ну вот не хочу я это смотреть. Ну или, допустим, я это уже смотрел. Почему, блядь? Почему нет возможности скипнуть заставку? Ну она мне нахер не всралась, блядь. Почему я должен за этим наблюдать? Я помню, еще в Хантере меня эта хуйня бесила. Вы не могли скипнуть ебучую заставку. Винисиус Скрю против какой-то там залупы. Левого чувака тоннели, блять. Как мне кажется, с тоннелями нельзя в футбол играть. Все, полетели нахуй. Я начну сразу вот с этого финта, чтобы все охуели. Смотрите, оп-оп, оп-оп, оп-оп. Так, а почему я не могу жонглировать и крутить радугу? Почему? Да подожди, стой! Блять, я хотел это, ну типа. Бля, как раз таки мужик с тоннелями мне и забил. Ладно, окей, я сделаю вот так вот. О, Джуниор умеет, смотрите. Джуниор крутит, подкидывает, закидывает, бля. Бро, чекай, я, короче, новую фивку тащу. 19-ю, ой, 20-ю, точнее. Тебе интересно, нет? Ну, в принципе, понятно. Опа, 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 смотрите. Оп, кручу, верчу, запутать хочу. Бля, нихуя себе, какой... Да, блядь. Слушай, это было неплохо довольно-таки. Так, у меня вратарь. Стоп, подожди. Ух, хорош. Оттолкал, затолкал. Так, смотрите, никто не ожидает. Я сделаю вот этот финт. И... На... Да поворотом бей. Блять, я долбоёб. Сказочный. Судя по всему, у меня тут классика. Да, конечно же, классика. И все это время я бил пасом. Охуенно. Так, а подкаты можно делать? Уй-уй-уй. А, да, подкаты можно делать, кстати. Сбался. Тихо-тихо-тихо-тихо. Хорош, все, полетели. Все, это мой шанс. Это мой шанс. Смотрите, сейчас как наебу. Оп, о, это штрафной. Это штрафной. Так, я делаю так. Джуниор подкидывай и на нахуй, блять, на нахуй, блять. Так, у меня возникли проблемы с точностью. Ну давайте так попробуем, да какого хера. Так, все, я просто войду в ворота, блять, вот просто войду, блять, сосать нахуй. Да, зафотайте меня тут как бы, это видосики на ютубчике, покажите меня потом. Изи, как здесь отпраздновать красиво? Ля-ля-ля, бля, опять меня щелкают тут. Прикольное празднование, но быстро надоедает. К слову, мне уже надоело. Ебал, нахуй, буду косить. Ха, идеальный подкат, заебись. Нихуя себе он вколотил.
Оп, не, подожди, не так планировал. Так, смотрите, оп, никто не ожидает, я делаю вот так вот, и на нахуй, блять. 2-2, перерыв. О, это у кого такая красивая статистика? 0 удара створ, 2 гола. Это я, здравствуйте. Выпустить никого не могу. Ну что, ребята, второй тайм, собрались, настроились, сейчас мы затащим. Играем до двух, поэтому ближайшие 2 гола все решат. Опа, смотрите, как красиво, оп. Я вообще кто-нибудь где-то атаковать будет, защищаться точнее, блять. Кажется, у меня 3 голешника, и ни разу я в створ не попал. Так, я хочу красоту. Типа, знаете, вот так вот. Джуниор подкидывает, такой оп. И на нахуй. Блять, да что за удар? Кнопка удара была, он куда-то хуй пойми куда ударил. Съебался. Ой-ой-ой-ой, вставай, хорош, бро. Смотрите, сейчас будет, короче, это, голешник, и мы выиграли, все. 4-2. Просто не почувствовали. Один удар в створ, 4 гола. Все? Серьезно, это все? Это все, что может предложить демка? Поиграть, блядь, в Вольту 5 минут и все? То, что они добавили всего лишь, блядь, 2 режима, ну это просто хуйня какая-то, уж простите за откровенность. Ливерпуль, Боруссия. Кстати, респект яшникам за то, что они добавили вот эту плашку, теперь сразу четко понятно видно, что у него по скиллам и рейтингу. Это круто. Я поставил сложность профессионал, хочу конкретно лонгшоты потестить. Новая система штрафных ударов, которая мне не очень пока что понятна. Давайте вот так вот сделаем. А почему? Вот на колбол. Я хотел на колбол, но что-то какая-то херня получилась. A little later. Херня какая-то получается, в пизду, бля. Эти ебучие штрафные, буду ждать туториал от каких-нибудь киберспортсменов. Я думаю, никому нахер не интересно, как эти команды выходят. Эта заставка меня уже заебала, поэтому просто переходим к матчу. Буду чекать только лонгшоты. Нее, первый лонгшот, хорош. Ох, какая ошибочка. Но бить я не хочу отсюда, я хочу именно лонгшотик чекнуть. Ух, хорошо улетел. В принципе, кто хотел услышать мнение про новую физику FIFA, уже посмотрели мои ролики с Gamescom. А так, повторю, что темп игры стал намного медленнее. Это безумно приятно, что теперь они не носятся как конченые долбоебы. И надеюсь, что это хоть чуть-чуть будет напоминать реальный футбол. Реально, вот из года в год, я думаю, все фиферы со мной согласятся, эта игра все больше и больше напоминает Pro Evolution Soccer. Кстати, про Pro Evolution Soccer. Я думаю, что завтра геймплейный ролик выйдет у меня на канале, поэтому чекайте. Ох, вообще хороший лонгшотик! Хорошо удар летел. И про удары я уже говорил, то, что они стали намного сильнее, мощнее от этого. И вот и хочется вот такие вот красивые вещи делать. Ну, по типу убийц центра поля. А вот, собственно, состояние пейса в этой игре. Санчо просто летит, я его догнать не могу. Пейс в этой игре стал решать, как мне кажется, чуть больше, чем в прошлой фифе, блядь. Так, Мане на пейсухе отрывается и просто ёбнем, да блядь. На нахуй. Хорош, блин, заколотил прям как надо. Так, Фермина, может быть у тебя хороший лонгшотик получится? Да блядская хуйня, как забить лонгшот в этой игре? Ты что там делаешь? Ну-ка, стопы. На нахуй. Хорош, наконец-таки залетел крутецкий лонгшотик и забил его, если я не ошибаюсь, Виналду. Я никогда не ошибаюсь вообще в своей жизни. Ты что там делаешь, друг мой? Честер? Ты кого там сожрал, Он жрет кого-то. Ну, он обычно у нас пауков ждет, там, мух и всяких насекомых, видимо. Очередная его жертва попалась в лапу. Компания eSports не может додуматься до того, чтобы сделать онлайн в демо-версии. Но это ведь так очевидно, что всем хочется зачекать в первую очередь онлайн. И как играют живые соперники. А тем временем мне комп чуть второй гол не забивает. А нет, он еще не забивал до этого. Ну типа это реально тупо играть с компом из года в год, блядь. Это полная херня. Ох, Роберто Фермино, что он сейчас делает? А он ничего не сделает. О, здорово, конь. Куда лезешь? Тинь куда-то лезть хочется, алло, я ржан. Аттракцион. Котевич, все весело, надеюсь. Блять, из-за тебя пропустил гол. Слышь ты, блядь, морда, чего не хочешь? Мурлыкает что-то. Да что ты от меня хочешь, господи? Бля, короче, Честер максимально не хочет, чтобы я записывал этот видос. Он решил полоскаться теперь. Смотрите, какой миленький, интересный котик. Как тебе новый FIFA 20, скажи мне честно, на ушко. Честно говоря, дичь какая-то. О! Мне опять чуть не забили. Ладно, давайте побьем пенки. Так уж и быть. Заебись. Мы даже пенки не можем побить, прикинь, Честер. Даже пенки не дали побить. Вы че, алло? Что это за говно, блядь? А, в общем-то, ребята, что я хочу сказать про демо-версию FIFA 20? Это полная хуйня. Что ты еще скажешь, блядь? Всего лишь один матч. Голос Честера. Всего лишь один матч вы можете сыграть. Вы даже дополнительное время с пенками не можете сыграть. Ебучая вольта, в которой вы играете всего лишь, блядь, 5 минут. Пиздец, как интересно. 10 из 10. Браво.